вот третий день наблюдаю, как вот этот негр работает. Одной рукой он всегда придерживает штаны. Всегда придерживает штаны. Это один из первых рэперов. То есть такой рэпер реликтовый. То есть штаны всегда спущены. Если наклонись, торчит жопа. Вот. Современные рэперы, у них как бы штаны спущены, но там уже, на самом деле все, и мотня подшита, то есть, ну, как бы смотрится он как старый негр, но на самом деле он уже модник, просто платящий деньги за стиль. Именно так выглядят настоящие рэперы. Именно вот так. Он ходит, работает, метет, значит, землю, и рука в кармане, чтобы штаны не упали. Белый человек давно бы ремень вставил. Ну, может быть, если какой-то хач резиночкой или веревочкой подвязал, негр будет держать и мести. Но я, конечно, не вижу особого различия в расах. Ну, как бы все разные, все равные. Все разные, все равные. Нельзя человека считать недочеловеком за то, что он, допустим, не может просто себе повязать ремень в штаны. Естественно, что это просто делает его самобытно. Вот. Таким образом, я сейчас не разжигал какую-то вражду, а просто разобрал самобытность и нашел происхождение негритянских спущенных штанов. До новых встреч!